было проведено высказывание Обамы о том, что Россия занимает позицию на неправильной стороне истории. Russia is on the wrong side of history. Ну, то есть, по логике Обамы, выходит, правильная сторона — это тех, кто ядерный... Как русский говорят по-американски, то сразу все готово. Нападает на Вьетнам, Югославию, Ирак, Ливию, убивает сотни тысяч людей, вот это правильная сторона. Но самое сильное впечатление у меня произвела статья нашего Гарри Каспарова. Значит, она в двух отношениях произвела впечатление. Во-первых, по представлению об этом человеке, его же понимают на Западе, представление о том, что такое история. И второе, что он предлагает Западу. Статья называется так: «Отсеките олигархов, и они свалят Путина». Значит, запечатана она была в серьезной, очень такой газете Wall Street Journal 10 марта сего года. Значит, ну, об интеллекте автора можно судить по следующему. Каспаров пишет: Путин второй раз за последние 6 лет приказал войскам перейти международно признанную границу и оккупировать чужую территорию. Ну, первый раз, наверное, имеет в виду 08-08-08, а второй раз, значит, вот Крым, где Путин приказал нашим войскам перейти Крым, где было такое решение. Мы не владели свои войска в Крым. Путин принадлежит к эксклюзивному клубу вместо с Милошевичем, Саддамом Хусейном, лидерами которых вторглись в соседние страны. Милошевич никуда не вторгался. Милошевич занимался Косово. Косово — это часть Югославии была. Саддам Хусейн действительно вторгся в Кувейт, это была ловушка, но свергли-то они его совсем не до этого. Его свергли не в 90-м, в 91-м годах. Дальше, Каспаров пишет. В Ялте Сталин заставил слабого Рузвельта и бессильного Черчилля принять его позицию по польскому вопросу. А политика Путина по Крыму — это то, что, что захват Гитлером Австрии и Судетской земли. Но я от студента такое услышал на экзамене, я бы сразу поставил 2 балла и отправил бы на переэкзаменовку. Дело в том, что и Черчилль, и Рузвельт слабыми не были. Дело в том, что Черчилль и Сталин, ну это цинично звучит, но они разменяли Польшу на Грецию. Договорились, что СССР получает 90% доминирования в Польше, 10% в Греции. А Великобритания, наоборот, 90% в Греции, 10% в Польше. Поэтому Советский Союз перестал активно помогать греческим коммунистам. Англичане их разгромили, но зато мы решили свою польскую проблему, потому что, так сказать, Польша для нас важнее была, чем Греция. Но, по-видимому, вот Каспарову об этом не сообщили. Значит, дальше Каспаров пишет. Я почему так говорю о Каспарове, поскольку он очень активно в нашей оппозиции присутствует, чтобы просто продемонстрировать интеллектуальный уровень этих людей. Если Путин победит, пишет Каспаров, то мир, возникший в 45-м году, рухнет. В середине 80-х годов Каспаров, как герой одного американского новелиста Рип Ван Винкль, человек уснул, потом он проснулся, а в Америке уже произошла, Америка уже не часть Британской империи, а это свободная страна. То есть с тех пор выражение Рип Ван Винкль — это человек, который проснулся и обнаружил себя в другом мире. Значит, дело в том, что мир, возникший в 45-м году, рухнул в 89-м году, на Мальте, когда Горбачев все сдал. И возник, даже журналисты запустили термин, но он не прижился, мальтийская система, которая сменила ялтинскую. Поэтому ни о каком нарушении ялтинского мира речи быть не может. Но вот есть нечто действительно заслуживающее внимания. Значит, смотрите. Что советует Каспаров Западу? Он говорит о том, что нужно давить на олигархов, не на Путина, а давить на олигархов. И если вот давить на них, то они совершат переворот и свергнут Путина. То есть человек, гражданин России, подсказывает американскому госдепу, что нужно делать для того, чтобы сменить режим в России. Вот если бы такой человек был гражданином США, сидел, например, в России или, ну, я не знаю, в Китае, и говорил, что нужно сделать, чтобы свергнуть Обаму, я думаю, что у него очень серьезные проблемы начались, очень серьезные. То есть, но тем не менее, Каспаров совершенно спокойно, его никто не лишает гражданства, он совершенно спокойно приезжает и уезжает. Значит, чем важны вот эти события февраля-марта, на мой взгляд, самое главное, суть. Впервые после 91 года Запад, коллективный Запад, Соединенные Штаты Америки, они устроили, хоть в скрытой форме, но агрессию против русского мира. Потому что Украина — это территория русского мира. И они устроили агрессию далеко от себя. Украина не может быть зоной интересов Соединенных Штатов. Мексика может быть, даже Куба может быть, они могут Кубу объявить. Но Украина — это очень далеко. Так
пор на Западе не отступились, мы воссоединились с Крымом, и, как сказал президент на Красной площади, Крым возвращается в родную гавань, вопреки всем крикам. И в этом отношении, конечно, эта песня группы Nautilus Pompilius «Goodbye America», она приобретает некое символическое значение. Действительно, «Goodbye America». Никогда больше тех отношений при существовании этой власти в России, которые были в 90-е годы, и даже на первом сроке президентства Путина и в Медведевский период, таких отношений больше не будет, потому что Запад этому руководству ничего не простит. А это руководство прекрасно по поведению Запада. Если у нашего руководства раньше могли быть сомнения, ну, мы не Милошевич, мы не Саддам Хусейн, мы никогда с нами так не поступим, совершенно понятно, что у Запада нет тормозов, и в решении своих проблем они совершенно пойдут до упора. При том, что замечательно воссоединение с Крымом, вот вся эта крымская виктория, которая действительно кладет конец... О, моя виктория, пинкна, тетенка, спева. Все равно немножко проблема стоит. Моя виктория. Значит, первая проблема – это противоречие между внешнеполитическим курсом на восстановление статуса великой державы и неолиберальным экономическим курсом правительства, условно, Медведева. Дело в том, что то противостояние с Западом, которое у нас сейчас намечается, на основе неолиберальной экономики его не выдержать. Его можно выдержать только на основе мобилизационной экономики. В то же время мобилизационная экономика может быть только частью мобилизационной системы социальной. То есть, иными словами, те отношения с Западом, которые выстраиваются на, так сказать, определенный срок, они требуют очень серьезных внутренних изменений. Первое изменение, косметическое, это политика правовое подавление пятой колонны. Это первый же шаг, который должен быть сделан. Дальше должны подтягиваться вещи, связанные с экономикой, социальным строем, потому что пройдет полгода, эйфория по поводу воссоединения с Крымом пройдет, и осенью опять возникнут те проблемы, которые у нас есть в экономике. У нас по самым экономическим оценкам экономический рост 1%, а нам нужно минимум 5-6%. То есть ясно, что именно недовольство населения экономической ситуацией могут использовать те люди, которые организовывали Болотную, и в условиях недовольства это можно будет обыграть. И, безусловно, будет разыгрываться союз либералов и ультранационалистов. Причем будет все делаться долой олигархов, борьба против коррупции и так далее. А потом, в случае успеха, опять придет какая-то группа олигархов, которая... Ведь, собственно, цветные революции во всем мире, ни одна из цветных революций, в кавычках революция, потому что революция – это то, что меняет социально-экономический строй. Ни одна из революций не привела к изменению социально-экономического строя. Менялся режим на прозападный. Больше ничего. Это нужно очень хорошо понимать. В случае перехода России к мобилизационной системе, североатлантическая верхушка и ее агентура в Российской Федерации будут пытаться действительно снести существующий режим. И, повторяю, это будет делаться под лозунгами борьбы с коррупцией и так далее. С этой точки зрения февральский Майдан в Киеве и откровения его героев заслуживают внимания. Смотрите. Тимошенко, выступая на Майдане, сказал, что события в Киеве – это пример для народов всех постсоветских государств в борьбе против диктаторов. А сын военного преступника Шухевича, Юрий Шухевич, который отсидел у нас в Крыме, заявил: «Февральский Майдан – продолжение событий 91-го года, начало второй антисоветской революции, первый он сказал 91-93 год, которая должна окончательно разрушить мечту о восстановлении Советского Союза». Угу. То есть понятно, что для них вот действительно Майдан – это было продолжение 91-93 года. И то, что Россия так отреагировала жестко на Майдан в защите Крыма, конечно, для них было новостью. Вторая проблема тесно связана с первой и вытекает из нее. Речь идет о пятой колонне, о тех, кого Путин назвал национал-предателями. В количественном плане это небольшая группа населения, в которой свои места занимают представители власти, бизнеса, СМИ, богемы, научно-образовательных кадров. Ну, достаточно посмотреть, кто у нас кричал громче всех, что воссоединение с Крымом – это то же самое, что то, что делал Гитлер с Австрией. При этом эти люди успешно обходили тот вопрос, что Австрию Гитлеру
подарили Великобритания и Франция, что без эстанции он никогда бы не присоединил Австрию. И Австрию Гитлеру разрешили присоединить по одной простой причине. У Гитлера не было валютных запасов, а в Австрии они были. То есть подарить ему Австрию, ему подарили валютные запасы для перевооружения. А затем ему подарили Чехословакию, потому что ему нужен был военно-промышленный потенциал, которого у Рейха не было, и нужен был выход на границу с Советским Союзом. Украинский кризис продемонстрировал единство народов России и власти по такому очень важному вопросу, как собирание русского мира. Но вот кризис делает необходимым и неотложным решение нескольких задач у нас в стране. На мой взгляд, задачи следующие. Это первое, подавление политика правовыми мерами пятой колонны, отсечение их от СМИ и от источников финансирования, прежде всего от Запада. Второе, это переход не просто к мобилизационной экономике, а переход к социальной системе мобилизационного типа, элементом которого станет мобилизационная экономика. Третье, необходимо переформатировать правовую сферу, ликвидировать примат международного права над национальным. Кстати, такого примата нет ни у Великобритании, ни у США. Это то, что они успешно навязывают другим. Прекратить участие в откровенно антироссийских структурах и тем более их финансирование. Четвертое. Укрепить военный союз с Белоруссией при всех объективных и субъективных сложностях этого процесса. Мне далеко не все понравилось, что говорил Лукашенко о ситуации с Белоруссией. Правда, он сказал очень важную вещь, что Белоруссия никогда не будет против, никогда не сделает ничего такого, что было бы во вред России. Это хорошо, но и, сказать, надо было бы сказать, на мой взгляд, побольше. Пятое. Противодействовать противнику, агрессору, не только по периметру границ, но и в любых точках мира, где это позволяют наши возможности. Фиксировать степень его уязвимости, нужно вести себя по отношению к Западу так же, как он ведет себя по отношению к России с момента его возникновения в 1991 году. Недавно Карен Шахназаров, режиссер, выступая по телевизору, сказал очень правильную вещь. Запад никогда не прекращал холодную войну против России. Рухнул Советский Союз, все продолжалось. Кстати, Бжезинский очень честно сказал в одном из своих интервью, уже после окончания холодной войны, сказал, не надо морочить себе голову. Мы воевали не с коммунизмом, а с Россией, как бы она ни называлась. Но если бы он сказал еще с русским духом, то он практически повторил бы Черчилля, потому что Черчилль в 1940 году сказал следующее, мы воюем не с Гитлером и даже не с национал-социализмом. Мы воюем с немецким духом, духом Шиллера, чтобы он никогда не возродился. И вот та кастрация духовная, которую подвергли немцев после 45 года, вот это то, что Запад хотел бы сделать с Россией после 91 года. И Александр Рар в одном из своих интервью сказал, Александр Рар это, так сказать, немецкий такой, так сказать, около политик. Вот. Он сказал, что западных политиков и журналистов, многих, их очень удивляет. А почему Россия не кается? Россия потерпела поражение в холодной войне, значит, они должны каяться. И он сказал еще очень важную вещь, за что его критиковали на Западе, что для Запада победа над Россией в Советском Союзе в холодной войне не менее, а может быть более важна, чем победа над Гитлером. Потому что Гитлер на самом деле был свой, а вот Россия это всегда чужая. Таким образом, противодействовать противнику нужно не только по нашим границам, и не когда он вторгается, нужно создавать проблему противнику в его уязвимых местах. Шестое. Необходимо развернуть мощное, широкомасштабное информационное контрнаступление верхушек в мировом информационном пространстве. Особенно активно там, где у них есть проблемы. В частности, мусульманский и испаноязычный мир. Вот я очень активно сотрудничаю с испанской и... Что, Гитлер это был свой человек, да. Они хорошо очень воздействуют. Причем, они молодцы. Что значит такое? Что значит испаноязычная аудитория? Это ведь не только Латинская Америка и Испания. Это огромная испаноязычная диаспора, то есть аудитория в самих Соединенных Штатах. Нужно это использовать. Ну и, наконец, седьмой и последний, это перестройка общественного сознания на оборонный лад. Это не значит, что мы должны защищаться. Но оборонный, это означает понимать, мы живем в военное время. И население, особенно молодое поколение, должны воспитываться так, чтобы быть готовыми отразить любую агрессию. Военную, информационную, культурную, цивилизационную. Я очень рад, что у нас восстанавливается ГТО и военно-патриотическое воспитание. Я помню, когда я был школьником, мы сдавали сначала нормы ПГТО, будь готов к труду и обороне, потом ГТО. Это был бег, что нам очень нравилось, метание гранаты. Это здоровый подход. Кстати, мы смогли войну выиграть, потому
был после Авиахим, у нас были спортивные организации в 30-е годы. Мы действительно готовились, хочешь мира, готовься к войне. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот эти изменения, которые произошли в феврале-марте, это конец вот эпохи поражений. Но нужно выходить из эпохи поражений не только по внешней линии, но и по внутренней. От времен Ельцинщины осталось немало одиозных личностей. Кто-то уехал на Украину, потому что вот есть такой журналист Киселев, это однофамилец Дмитрия Киселева, Евгений Киселев. Вот он сейчас вещает на Украине уже много лет, это человек из Березовского, из Иусинского, он вещает много лет на Украине, сейчас он говорит, что ему стыдно за то, что он, за то, что он русский. Ну, стыдно, ради Бога. Вот. И в этом отношении нам не грех поучиться у Запада о том, как они работают в области информации. Их политика носит наступательный характер. Если ты реагируешь, если ты отстаешь на шаг, ты проигрываешь. Кстати, вот в Крымской Виктории мы выиграли потому, что наше руководство, прежде всего президент, он на шаг опережал противника. Он делал шаг, а они реагировали. То есть он задавал повестку дня. Чекаю, я сам до нашей убака еще ветром сила. Вы что не могли не это? Было бы нахрен. No to chyba zrozumiałeś wszystko, tak? Dokładnie. Breżniew dzisiaj w koniec. Mam takie pytanie, czy wszystko zrozumiałeś tego wystąpienia jego? Prawie, tak? Czy nie? Dlaczego on miałby nie zrozumieć, jak ruski jest? Słuchaj, no mądry człowiek. Jeżeli to on sam, wiesz, komponuje, no to bardzo mądry człowiek, bo może mieć doradców. No, ale o ile ja wiem, że... Wszystkie tajemnice tego przewrotu na Ukrainie pokazują. Że teraz, proszę ciebie, ludzie są samozwańcy i sami sobie mogą to zorganizować i żaden problem, ale to na pewno to są jego myśli. Nawet jak jest... Chodzi o to, że on pokazał kulisy tego przewrotu na Ukrainie. No to jest niemożliwe. No widzisz, no tak to uniwersalnie i dość szybko to opowiedział, że człowieku mój kochany, czy to wszystko zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem i tak człowiek powinien tu na ziemi odpowiedzieć.